Ну что, дорогие мои, клуб 5 утра. Нужно все успевать, делать быстро, эффективно. Вот. И несколько дел сразу, чтобы волшебный дом сверкал, была чистота, порядок, уют. Ну и, конечно, волшебство. В общем, ранний подъем. А белье мое, то кардиган я уже стираю в моей стиральной машинке. Мусор я вынесла в мусоропровод. Вот такие вот дела. Видео загружаю. Уже несколько видео загрузила на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис. Мактум Сайфудин через дефис. Сейчас загружаю видео на мой канал Ютуба. Ну, а впереди очень много дел, очень много дел. Ну что, наверное, сейчас переоденусь, такая бодрящая. А, еще чай. Чай я уже попила, вот. Ну и вообще, подъем, если в 5 и раньше 5, уже к 7:30 уже, в принципе, здесь не такие большие пространства. В принципе, нужно так ускоряться, чтобы уже все было сделано, и дом уже сверкал, уже чистота, уже полы, порядок. Так что вот. Есть еще над чем работать. Чай я уже попила, чайничек подогрела, чай попила. Так что сейчас переоденусь. Такая небольшая утренняя зарядочка. Потом такой бодрящий детокс душ в моей ванной комнате. Вот такие вот дела. И, конечно, к уборке. К уборке моего волшебного дома, к порядку. Мыть, так скажем, пол на балконе. Так что вот. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. И моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Что хотела сказать? Сейчас. Ах, это восьмерочка. Ах, это счастливая бесконечность. Ах, это восьмерочка. Ах, это счастливая бесконечность, которая приносит удачу, счастье. Оденемся для мотивации, как-нибудь так, эротически, правда? Такой эротичок для настроения, тем более, если я уже, еще не высох, еще это не высохло. Это уже, тоже немножко сырое, еще сохнет, это еще сохнет, так что плюс что-нибудь такое другое. Тут бы такое другое тут организовать.
я подумала, в принципе, немножко влажное, это, наверное, не помешает. Тем более сейчас такая погода, жара, немножко влажный костюмчик, немножко влажное одену. Сейчас кровать, постель застелю. Я уже одеваюсь. Где у меня такая юбочка? Оригинальная юбочка, где она была? Кроссовочки нужно надеть. Ох, Татьяна сама, она любит отдохнуть. Ох, такая любит отдохнуть. Ох, да. К спортивной зарядочке я уже готова. Практически.
Может, даже какие-то танцы, вообще такие вот эти вот. Хотя немножко надо было, наверное, до завтрака такой, ну, такой легкий. Чаек, казинак, в общем, как такой легкий был, такой легкий такой перекус, можно сказать. Легкий перекус. Может быть, прямо в этих лезут кроссовочки. Сейчас посмотрю, в этих лезут кроссовочки надо. Такой легкий exercises, легкую зарядочку сейчас сделаю. Зарядочку легкую, уборки много. Сейчас еще тут кроссовочки протру, протру кроссовочки.
Ну что? Я беру. Нужно мне разобрать. Разобрать мои одежду. Надо будет разобрать. Замечательно, замечательно вставать рано, чувствовать себя великолепно. Не знаю, там кто занимается, танцы живота, цигун или йога. На самом деле в этом что-то есть, такой, знаете, ранний подъем, особенно летом. Ох, эти белые ночи, рано светлеет. Пейзаж. Красивый пейзаж или еще что-нибудь такое все поставить. Да, чтобы быть суперактивной, нужно быть суперздоровой. Ох, держать себя в прекрасной физической форме. Такие вот дела. Какие там в прошлый раз не показала, какие-то еще упражнения не показала. Так, чуть-чуть вот так вот. Чуть-чуть вот так. Тебе как-то это как-то занавесить, но лучше как-то так занавесить, да, чтобы это вообще красиво-красиво, да, было. Видно-видно, красиво-красиво. В принципе, ту зарядочку, которую я делала, можно сказать, да, такая небольшая разминочка, потому что кто профессионально вообще занимается, знаете, такая, это просто разминочка, люди занимаются, знаете, по часу и больше. Но здесь важно постоянство. Конечно, если, как я, много-много лет занимаюсь утренней зарядочкой, лучше заниматься, как говорится, по 10 минут каждый день с утра, чем как-нибудь так, это, знаете, иногда. И помногу, или как-то вот так вот. Что видео у меня там загружается. Кардиган уже выстирался. Может быть, конечно, надо было и музычку включить, но, может быть, как говорится, радио здесь какое-то включить, потому что у меня там еще радио есть. Здесь компьютер у меня занят. А, тут у меня загружает видео. Ладно, в принципе, сейчас еще время такое. Сколько там у нас? Около 8 часов утра, наверное. 8 часов утра. А, сейчас посмотрим. Ну да, 8 число, 8 часов утра. Просто везде эти восьмерочки. Ох, это бесконечность, это счастливая бесконечность. 8 часов утра, 8 число. Ох, получается, это 2 восьмерочки. Две восьмерочки, это по фэн-шуй мистический, это, по-моему, такой 2 восьмерочки, это мистический узел. Да, такой мистический. Такой очень мистический узел.
кстати. Хорошо, что даже влажная. Я такая, как-то в это, не совсем высох, постирала. Вчера не совсем высох, даже влажная, даже и хорошо. Потому что погода жаркая. Даже как-то бодрит влажную, знаете, вот одел чуть-чуть влажную одежду. И так это очень бодрит, кстати. Ох, там уже с музычкой. Там уже с музычкой люди ездят на авто. На этом авто с музычкой. Отдыхают или на работу. Сейчас мне нужно здесь полы, шину поставить. Это все здесь еще. Это я немножко так это начала уже уборочку делать, но нужно продолжить. Навести порядок, книжечки мои разобрать, в общем, положить их внутрь, потому что немножко так это, такие, знаете, эти чтения там, это вот я везде, знаете, мои такая книжечки из библиотеки, нужно, конечно, положить внутрь, в мебеля. Немножко такой микс делала. Обычно я как-то вот на одну группу, на другую, а здесь немножко такой микс. Но их, кстати, тоже хорошо. Да, по хрусту в плечевом суставе. Плечевой сустав говорит, что нужно, конечно, заниматься больше. На самом деле, раньше еще ходила, знаете, вот этот вот в тренажерный зал. Руки, в общем, там с 20 с небольшим лет. В общем, как-то все-таки ручки, они требуют, знаете, такого на самом деле, если не очень таких этих активных, не супер, знаете, нагрузок. А так, для хорошей физической формы, чтобы чувствовать себя великолепно. Вот, здесь задача такая, чувствовать себя великолепно. Что здоровье, знаете, сначала здоровье, потом все остальное. Наслаждаться собой, наслаждаться миром, совершенно здоровье. Такие вот дела. Дома было красиво, чтобы все это глаз радовало. Красота. Ох, такая красота. В общем, люблю красоту. Раунд. Люблю и раунд красоту. Что вот так? Повернуться еще.
что наклоны, наклоны, ходьба, не что ходьба, а такая, как бы на месте. Тоже, кстати, очень такое важное, знаете, вот эти места, так скажем, изгибы, там эти вот руки, ноги, такое очень важное, так скажем. Ну, вообще надо, чтобы себя великолепно чувствовать, как, знаете, советуют. Встала, зарядочку, потом, как говорится, приняла душ, его почистила. В общем, на самом деле, так скажем, ну, еще цигун, может быть, а нет, кто просто зарядочку, кто цигун, йогу практикует, танцы живота, медитацию, настрой на прекрасный день, вот. Ну и быть активным, успевать многое сделать за день. Такие движения плавные, вообще чак, немножко так. Порядочке. Ну что, наклоны очень важны. А, еще круговые движения. Вот, и наклоны. Конечно, наклоны. Немножко отжимания от кровати. А, еще приседания. Или миксовать приседания, наклоны. Ну да, тем более с утра. Можете ли вы вот так вот достать до пола, да, до пола достать. А, еще упражнение на грудь, чтобы грудь была красивая. Упражнение на грудь. Конечно, приседания, может, мы миксовать будем, надо же миксовать эти приседания. Знаете, в комплексе, может быть, такой комплекс, несколько приседаний, потом наклоны. И вообще там к одной ноге в середину и к другой ноге. И назад. И как говорила Дарья Правдина, у нас все получается легко. Уборочка легко. А почему бы и нет?
Это тоже очень, очень важные такие на вот эти вот группы, скажем, на, в общем, как говорится, Таталию. Еще очень важно, конечно, но это нужно лежа делать на пресс. Упражнение на пресс. Поднимать туловище, ноги, как бы ноги на нижнюю часть пресса, а когда туловище поднимаешь на верхнюю часть пресса. Вот. Ну, примерно такой комплекс упражнений. У меня больше 20 лет. С утречка, прохладненькую как-то с утречка, полстаканчика чистой водички кипяченой и зарядочка, потом уже завтрак. У меня вот долгие годы такой вот, в принципе, распорядок. Конечно, йога, цигун, танцы живота, все это, конечно, знаете, это уж такой высший пилотаж. Когда я начинала зарядочку, я знаю, там тяжко йога, цигун, что их таких, в общем, как говорится, даже и не знала, что бывает такое йога и цигун. Ну что, такие легкие отжимания, это же как кровать, вот такие легкие немножко этих легких отжиманий от кровати. На руки, потому что в принципе и штангу, знаете, в принципе, на руки требуют немножко, знаете, вот эти вот штанга для вот этой части, особенно для задней части, знаете, вот такая штучка в этих спортклубах. В общем, конечно, и на ноги, знаете, и здесь, и эту часть ног качать, и ту. Еще нужно, конечно, ходить в спортивный зал. Ох. Да, я много лет тоже вот занималась, я в спортивный зал не хожу, а так много лет ходила в спортивный зал. Ну что, сколько здесь у нас уже? В общем, такая зарядочка. Сейчас нужно мне поставить на этот. Принесу зарядку, чтобы на зарядочку поставить. Компьютер на зарядочку. Сейчас почищу зубки. Гигиена, полость рта. Три раза. Вот так. Просто так.
кардиганчик уже выстирался. Кардиганчик сейчас развесим. Пусть сохнет. Кардиганчик сейчас будет сохнуть. Здесь уже это практически у меня тут высохло. Сейчас развесим кардиган. Пусть стекает, без отжима, немножко стекает. Порошочек, сейчас открою зубной порошочек. Чищу зубки зубным порошочком.
Ну что, уборочку? А, хоть мои фудошки. Да, не надо злить фудошек Татьяны Салмановны, Мактум Сайфри. Они иногда бывают какие-то такие не очень, знаете, вот эти вот фудошки. Такие красотки, эти фудошки, это мой трон. Ох, да. Эти фудошки. Хорошие девочки. Такие хорошие девочки. Просто я как-то тут видео запоставляла, и так это смотрю, они какие-то вот эти вот. Ну да. Так что вот, ну, с чего уборочку, Татьяна Салмановна, с чего начнем уборочку, продолжим моего волшебного дома, с чего? Посудка. В принципе, посудка грязная, и здесь нужно здесь вот протереть, и ширмочку поставить, и все это, сделать дизайн одежды. Ну, наверное, с грязной посуды, да? В гранд-ресторан, там, мыть посуду. Ну, правда, это не очень королевское дело, но а что делать? Что делать? Так что вот. Вы смотрите мою эксклюзивную программу моей творческой студии. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Мактум Сайфуди. Так что вот. Ну, это такой эксклюзивный микс. Знаете, как я бы сказала, такой детокс. Детокса, чтобы держать себя в форме, чтобы как там зарядочка, ну вы поняли, да? И зарядочка, и в общем, как там называется, и водные процедуры, у нас какие спа водные процедуры, а также эксклюзивные, как там сказать, уборочка моего дома, чтобы все было красиво, чтобы раунд меня, чтобы было красиво, чистота, ни грязи, ни пыли, вот, было чисто, красиво, уютно, хоми-доме, так что вот, такие вот дела. Видео загружается. Или оно уже загрузилось? Нет, еще загружается. Сейчас я принесу эту. Хорошо, Наталья Борисовна Неправдина, давно уже такая состоятельная, есть помощники по хозяйству, она занимается только, знаете, своей вот такой профессией, вот. Она уже делегирует хозяйственные вопросы, как я поняла, помощникам по хозяйству, ну для этого изучаем. Позитивное мышление, силу мысли, чтобы быть процветающими, чтобы иметь возможность также разбогатеть, быть богатыми и наняться по хозяйству, чтобы уже можно было не самой убираться, а быть уже богатым. Что были помощники по хозяйству. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, если пока помощников по хозяйству нету, делаем это сами. А что? Потому что это отмочила. Такой-то первый такой, как бы первый этап. Уже отмочила посуду.
можно легче было мыть. Спинку держим прямо. Спинку прямо. Спинку прямо, как у балерины, осаночка, хорошее настроение. Глаза боятся, руки делают. Нужно сделать с хорошим настроением, быстро, легко. Космическая звезда с этой посудкой. Что, 100%? Да, ключка 100%. Сейчас поставлю другое видео загружать. Еще одно видео поставлю загружать.
на мой канал YouTube, Татьяна Салмана, Хиждевиз Мактум. А, нет, мой канал YouTube, это на английском. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудинг, мне в паспорте написано. Я сейчас загружаю туда мои видео, вот. А через Хиждевиз на русском, это у меня канал, это ВКонтакте моя страница. Вот. Так что у нас с вами же не одна минуточка не проходит даром. Посудку, зарядочка, зарядились энергии, посудка. Здесь видео загружаются, зубки я уже почистила. Так что сейчас мне нужно душ принять, эротический такой. Тантрический, эротический, как в школе, знаете, там очарование. Ох, на этих Бали. Ох, это чары. Ох, это раскрытие женственности. Ох, это корона очарования. Ох, это Бали. Ну что, еще одно видео пошло загружаться. Никакой грязи, чтобы не было никакой грязи. В доме должна быть чистота, уют, красота, гармония, счастье. Все отрицательные энергии нужно гармонизировать. Прямо, держим спинку прямо. Как шикарно, посудомоечной машинкой, но пока, увы, ах, надо зарабатывать денежку. Да, не только на, знаете, эксклюзивный хаммер, но и на машинку посудомоечную. И стиральную нужно новую покупать. Машинки раз, поставила и все. И машиночка стирает, ну вернее моет посудку.
моющий пылесос. И он, здесь нужно эту плиточку сделать, это более как вот эту вот итальянскую такую плиточку, раз пылесос. И он будет уже пылесос. Богатых, знаменитых, чтобы быть состоятельными, чтобы богатеть. Чтобы прямо.
ножки назад, спинку держим. Грудь вперед. Бумажки не надо, подвыкнуть.
чашки соды. Соды сейчас, по-моему, раковину. Раковину соды, по-моему. Чтобы чистота была. Thank you.
Соберу ручки. Мое такое эксклюзивное полотенце. В Америке его покупала. Сейчас посмотрю. Загрузилось здесь видео. Загрузилось. Нет, сейчас посмотрю. Сегодня открываются врата судьбы. Ох, да, знаете, сегодня такое, смотришь на этом, на ютубе, все еще не такое. Разные цвета линз, солнцезащитных, солнцезащитных очков.
что, с вами программа «Моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли». С вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Смотрите мои следующие выпуски. Так что вот, вот такие вот дела. Видео уже загрузилась. Сейчас я мою страницу на Фейсбуке покажу. Откроется. Моя страница на Фейсбуке. Так что вот.